Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и сегодня я вам покажу, как сделать в игре The Elder Scrolls 5 Skyrim неуязвимость к магии разрушения, друзья! Да! Это можно сделать официально! Я вам покажу, это делается за три этапа! Я вам сейчас полностью расскажу, как это делается. Вы будете бегать, не получать урон ни от драконов. Вы не будете получать урон ни от какого-то самого крутого жреца. Но только магический. Ну, согласитесь, это ничего себе. Ну что ж, первый способ. Точнее, первый из трех. Что нам нужно сделать, это... Надеюсь, ты на меня не накакаешь, дружок. Нам нужно... Это самый сложный, друзья. Самый сложный у вас должно быть... Установлено последнее дополнение Dragonborn. Dragonborn, вы все знаете, что это такое. На острове Солстхейм вы должны пройти главный квест, убить Мирака и забрать его сет. Я раньше думал, знаете, ну сет как сет, что он добавляет. А на самом-то деле. Вот, одежда, у меня всего где-то 3 вещи. У меня даже маски его нету. То есть, одеяние Мирака, поглощение 15% магии из заклинания и дыхания дракона, шанс вызвать взрыв щупальцем при ударе. Дополнительный дамаг, если кто-то вас бьет. Смотрите, в игре есть поглощение магии и сопротивление магии. Сопротивление магии всего порог, по-моему, 80 с чем-то. Но поглощение может быть больше 100. Вы представляете? Только это не запутать. Поглощение и сопротивление. Здесь мы берем только поглощение. Смотрим, это самый сложный, нам нужно пройти этот квест, забрать этот сет. Что он дает? Он дает 15%, плюс перчатки 5% и сапоги 5%, что в сумме будет 25%. 25% поглощения магии, которая в нас просто попадает, и 25% мы не чувствуем. Дальше, следующий этап, который нам нужно сделать, это нам нужно прокачаться. Прокачаться и не просто прокачаться, нам нужно изменения прокачать до 100. Да, казалось бы, трудно, но можно. Пока мы проходим Dragonborn, качаем изменения и получаем все вот эти вот перки. И нам нужно самая высокая. Она, ее можно взять только, если мы прокачаем до 100. Это вы поглощаете 30% магии от любых заклинаний, попавших в вас. 30%, что в сумме получается уже 55%. То есть с этими перками, с этой Мирака у нас уже 55%. И последнее, самое легкое. Мы, вот на карте я вам покажу, недалеко от Рифтона, вот здесь, вот гора, вот видите, вот с горы вот сюда, раз. Камень Атронаха. Что же он дает? Подходим, берем. Благословение знака Атронаха поглощает часть магического урона. Поглощение, опять поглощение. Имеет большой запас сил, имеет большой запас магии, точнее. И зато магия медленнее восстанавливается. Но, друзья, когда мы сражаемся, магия и так медленно восстанавливается, и этот перк вообще не чувствуется. Берем ее. Знак воина у меня был, знак Атронаха добавился. Смотрим в активный знак Атронаха. 50 дополнительных единиц магии и 50% поглощения заклинаний. 50! А у нас уже 55, что в сумме 105%. Все, друзья. Ну, вон, смотрите, там дракончик. Этот какой-то добрый. Он на нас не нагадил. И вот. Мы видим этого дракона. О, да, он сагрился. Да ладно. Да ты крутой, я смотрю. Вот. Он такой на нас. Ага, он нас видит такой. И ничего, друзья. Ничего. Я играю без каких-то либо модов. В настройках у меня игра легенда, только легенда, только для настоящих мужиков. Это легендарный уровень сложности. Нет, ну тот, кто давно играет с Карим, понимает, что даже на легенде играть просто... Ну вот, смотрите. Любая магия и крики дракона вам больше вообще не страшны. Вообще, друзья. Просто они не нужны. Ничего не наносят, мы просто бегаем, и маги нам вообще ничего не наносят, только физурон наносится. Ну, против физурона, если что, я сделаю потом видео, как тоже сделать из себя имбу. Вот так вот, друзья, вот так вот.
Так что третий способ позволяет из нас сделать просто неуязвимую имбу, которую драконы ничего не могут нанести. Независимо какая-то сложность. Ой, смотрите, там какой-то лут я нашел. Ух ты, а кто никогда не находил? Камушки. О, этот камень я уже, точнее эту книгу я уже читал. Да, друзья, у меня установлен Special Edition. Я думаю, у вас уже установлен. Господи, как же красиво. Ну что, если вам помог, поставьте лайк, порекомендуйте это видео, друзья. И я буду дальше пилить интересные, коротенькие видео. Это именно тех прикольных навык, за которые я вот прохождение нашел. У меня там еще есть набор, ну, как минимум 5. Я буду делать маленькие видео и вам показывать. Все, друг, большое тебе спасибо и пока. Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагир, а вам всем пока.